садик и капу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Сегодня машинки отправились в путешествие на пароме. Лея внимательно смотрит вперед. Остров ракушек прямо по курсу! Да! Опустить якорь! Паром причалил к острову. Машинки берут игрушки и едут гулять. Как приятно греет солнце. Мы с Лаки поедем собирать ракушки. Лаки – плюшевый зайчик, любимая игрушка Леи. Еще машинки привезли на остров мяч и гоночные автомобили на радиоуправлении. Я самый быстрый! О, как высоко! И ловкий! И кажется, тебе надо охладиться! Попить воды! Это корзинка для пикника. Яблоки, печенье. А где вода? Вот она. Роботы отдыхают под зонтиком и пьют воду. А? Капу, не злись! Мы с Лаки весь остров объездили и столько ракушек набрали. Дайте мне попить, пожалуйста. Роботы! Роботы выпили всю воду. А давайте добудем воду прямо здесь, на острове. Мы пробурим глубокую скважину. Начинаем сборку буровой машины. Много деталей. А я пока сам покопаю. Лёва начинает сборку. К серой платформе присоединим кабину. Это оранжевая платформа для крепления бура. Уголки, чтобы держать буровые штанги. Крылья и бензобак. Рычаги управления. Четыре опоры. Колеса. Два с одной стороны и два с другой. Направляющие для буровых штанг. Штанга и буровая головка, которая будет бурить землю. Прикрепим направляющую и штангу к машине на оранжевую вращающуюся платформу. Ого! Капу вырыл большую яму! Но чтобы добраться до воды, нужно копать еще глубже. Значит, нужны еще детали, чтобы сделать штангу длиннее.
Буровая машина готова. Капу, вылезай! Ты молодец! Теперь пора бурить. Машина подъезжает к яме и выдвигает опоры. Бурильная установка опускается вниз. Штанга становится длиннее и длиннее. Как там? Еще долго? Сейчас посмотрим. Ого! Фонтан из-под земли! Сколько воды! Ура! Нам нужен кран! Скорее! Да, крюком воду не закрыть. Кнопкой? Вот он, кран! Робот ловко накручивает кран на штангу. Можно мне воды, пожалуйста? Конечно, можно. И мне. Теперь машинкам не так жарко на солнышке. Поехали на перегонки. Кто со мной? Друзья снова весело играют. Интересно, откуда у них так много сил? Понравился мультфильм? Подпишись на канал. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот, грузовичок, Лёва, детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок, Лёва. Машинки приехали на ферму. Мы молодцы! Сено собрали! Осенью на ферме много работы, но машинки все успели сделать вовремя. Да, и яблоки почти все собрали. А? Кто это там? Ест наши яблоки! Стойте! Поехали, посмотрим. Вот кто ел яблоки! Лошадки! Ням-ням-ням-ням. А где лошадки? Убежали. Они на поле, едят сено. А где лошадки будут жить зимой? Им, наверное, будет очень холодно. Ой! Идея! А давайте построим лошадкам домик и кормушки с яблоками. Поехали, я знаю место. Лёва решил показать друзьям, где можно построить конюшню, домик для лошадок. Здесь. Отличное место. Капу едет копать фундамент. Бетономешалка везет бетонную смесь. Она заливает смесь в отверстие для свай. А где же лошадки? Сюда! Они немножко боятся.
Лёва привёз сваи. Это столбики, к которым нужно прикрепить перегородки и двери. Наверх – дуги, опоры для крыши. Вниз – перегородки. Стены и крыша. Конюшня готова. Вокруг построим невысокий забор. А над водой пирс, чтобы было больше места для прогулок. Нравится, Капу? Ура! Готово! Уютненько. А кормушки забыли. Точно! Их надо прикрепить к перегородкам. Какие подойдут? Вот эти. Кормушки на месте. Роботы, а вы привезите, пожалуйста, сено. А здесь лошадки будут гулять и тренироваться. Через барьер они будут перепрыгивать. Отсюда пить. Ой, красный робот не может поднять сено. Очень тяжело. Что он придумал? Осторожно! Не ссорьтесь! Смотрите, трактор! Наконец-то! Роботы привезли сено. Положим его в кормушки. Все готово? Можно звать лошадок? Ага. Лошадки заходят в свой новый домик. Приятного аппетита! А? Ладно, ладно. Домик лошадкам понравился. Ура! А? Можно и перекусить. А? Капу приручил лошадку. Роботы тоже хотят ее погладить. А лошадка от них спряталась. Ого! Понравился мультфильм? Подпишись на канал! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок, Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок, Лёва. На улице идет сильный дождь, и ветер дует. Грузик, лучше сейчас не выезжать из дома. На улице никого. Лёва, куда ты? Ты хочешь ехать гулять? Ага. О!
Дождь закончился. Самое время погулять с друзьями. Как много листьев ветер сорвал с деревьев! Привет, роботы и Капу! Привет! Ничего себе, сколько листьев! И не только листьев. Поехали с нами, мы такое нашли! Интересно, что покажут роботы Леве? Здравствуй, Лея! Смотрите, что у меня! Корабль! Это мы первые нашли! Какая разница машинке? Ого-го! Это же настоящий корабль! А? Роботы уже собираются в плавание! Ничего не получится! Смотрите, мачта сломана. И руль. И вот тут вода будет протекать. Даже если починим, плавать он уже не будет. Значит, будет летать. Да, можно сделать качели для нашего парка аттракционов. Отличная идея. Робот поднял корабль и погрузил его на эвакуатор. Поехали в парк аттракционов! Машинки везут краску, новые доски и детали для качелей. Оп. Все на месте! Меняем старые доски на новые. Красим. Устанавливаем платформу для качелей. Фиолетовые стойки. Красная перекладина. Крепежи. Заглушки. И голубые подвесы, на которых будет держаться корабль. Палубу покрасим. Вот так. И установим безопасные сиденья для машинок и роботов. Иллюминаторы. Крепежи, чтобы присоединить корабль к подвесам. Пандус. И рычаг включения. Капу, робот, вы уже едете качаться? Запускай! Мы уже пристегнулись! Давайте сначала все проверим! Да, да, устроим тестовый запуск! Один, два, три, запускай! Корабль начал раскачиваться. Все выше и выше. Ой! Корабль перевернулся, и краска упала. Так качаться нельзя. Вот видишь? Да, вижу. Вы с Леей забыли банку с краской. Мы забыли ограничители. Надо их поставить. Тогда корабль не будет переворачиваться. Где же их взять? У нас на свалке все найдется. Быстрее, машинки, ищите ограничители. Всем очень хочется покачаться. А робот решил навести порядок. Молодец! Вот! О. Это подойдет!
Спасибо, Капу! Машинки быстро вернулись в парк. Ограничители на месте. Можно качаться. Ну вот, совсем невысоко. Точно невысоко, Капу. Эй, ты что, испугался? Я нет. Все-таки хорошо, что есть ограничители. Отличный аттракцион получился из сломанного корабля.